Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Soul Knight. И будем играть сегодня мы за ассасина. Да, именно за него. Так, что у тебя? Меч, меч — это хорошо. Так, во-первых, нам нужно заглянуть на почту. Что у нас тут по новинкам? Да ничего абсолютно нету. Все старое, что было, да, то и осталось. Жаль. Так, а что у нас у курьера? Получи и распишись. Ну, конечно же, 500 монет. Офицер, задание выполнено. Детеныш снежной обезьяны. Спасибо тебе большое. Так, что у нас здесь есть? Желтый жасмин. Давай-ка мы, наверное, тебя польем. Жасмин, как ты на это смотришь? Так, подожди-ка, нужно полить. Нет, переключи, пожалуйста, мне на поливание. Вот, вот, полить. Только что же было, полить. Господи, этот еще летает тут, меня немножко нервирует. Давай, поливай. Вот, спасибо тебе большое. Садовый участок открыть? Нет, спасибо, пока не надо ничего здесь открывать больше. Ну, а этот я пока не буду брать бамбук. Ну что, можно, в принципе, наверное, сигануть, да? Попробовать поиграть маленечко. Так, что у тебя здесь? Посох света. Зеленый. Купон оружия. Не знаю. Да я думаю, что пойдем-ка мы с тобой, наверное, на основную сюжеточку, да? Попробуем маленечко поиграть. Так, я, кстати, без челленджа пошел. Напрямки, так сказать. Комната 1-1. Так, сейчас мне нужно вспомнить, где у меня и что, на какие кнопки. Зачем я лейку с собой взял? То есть вот это у нас дает просто ускорение. Ну, где там враги? То есть ассасин у меня любитель, да, ближнего боя. Ну иди сюда, обезьяна мелкая, я тебя сейчас порву. Что-то как-то вот не заходит, если честно, мне наш меч. Может быть, конечно, я еще пока не разобрался хорошенько. Готово. Ну, понятное дело, первый уровень тут еще бы было не готово. Так, зелье энергии забираем с тобой и идем сюда. Тут у нас сундук. Угу. ПП Хеликс, это что такое? Можно мне глянуть? Слушай-ка, ну, по-моему, неплохо. Очень даже неплохо. Давай глянем, что у нас будет здесь. Так, это портал, в который... А, призывать, наверное, мы будем, да, с тобой? Ну-ка, проверим. А что нужно сделать? Ха, вот он. Так, есть грибы? Да, есть грибы. В плане, блин, не хватает немножко денег. Ага, хорошо, давай попробуем с тобой где-нибудь набить. Нам всего лишь нужно 4 монетки. Так, ну. Слушай, ну в принципе, ребята, он очень шустрый, скоростной. Не знаю, что там, конечно, в дальнейшем будет твориться у нас с нашим ассасином, но пока меня вполне устраивает. Так, сундук. Сколько у нас монет стало? 15. Я могу себе нанять этого мелкого варвара, который любит присоединяться за грибы. Все. Все до копейки, так сказать, потратил. Время поесть. Да-да-да, ты успеешь поесть. Ну-ка. Видишь, вот такая вот у нас с тобой скорость появляется. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот в эту комнату обязательно нужно зайти. Зайти и сделать тотальную зачистку. Конечно же. Ну где ты там, шимпанзюха, иди сюда. Так, стоп. Ой, ё-моё. Что за... Ах ты, мелкий жулик. А я-то думаю, что там происходит, ребята? Этот чувак с гранатометом, ты видел? Это хорошо, что у меня целое осталось здоровье. Броню снесли, конечно, но здоровье осталось целым. Жестко, конечно, это жестко, ребята. Так, ну что, переходим с тобой в следующий портал тогда. Выберите бонус. Это что у нас такое? Отсутствие дополнительного урона. Тут у нас идет получение энергии при убийстве врагов. А это увеличение области атаки. Давай, наверное, вот это с тобой сделаем, да? Не знаю. Может быть, конечно, надо было что-то другое выбрать. Но за убийство врагов мы получаем с тобой энергию. А энергия... нам, как ты понимаешь, нужна. Так, разбираемся дальше.
Уровень 1-1, он самый простой, понимаешь? Я вот не могу понять, в чем преимущество вот этой вот быстрой беготни? По мне попасть не могут или что? То есть мы с тобой активируем, вот так вот бежим. Не знаю, так что там, подожди. Зеленый лук. Топор даже у меня какой-то здесь есть. Так, подожди-ка, а если... Да... Блин, этот чувак взял мой лук. Ладно, пускай с луком бегает, фиг с ним. Мне, если честно, не жалко. У меня вон есть ПП Хеликс. Опачки, так, наставник. Он прокачивает, да? А следующее улучшение на... Следующее улучшение не у него. А, нет, у него. Он бросит 10 монет. Ну, монет у меня пока нету. Погнали. Ему бы интересно, в руки можно поставить оружие дальнего боя или нет? Нашему этому мелкому гному. Опа, отравление. Я думаю, что такое? Что за лужа ядовитая? Так, статуя, иди сюда. Разобрали. Еще там одна бегает. Молодец. Так, слушай, 7 монет, а нужно? Нужно 10. Так, у нас с тобой внизу, это что такое? За домик. Я что-то не помню таких фокусов. А, так ёлки-палки, я отсюда начинаю. Я отсюда начинаю. Походу дела, нам здесь не дано получить монетки, да? Поэтому давай быстренько с тобой побежим в портал. Хобачки. Так, никакого бонуса мне не дают, как ты видишь. Комнатка 1-3. Погнали. Главное, ребята, не расслабляться. И быть аккуратным. Ты посмотри, как они мне... Они меня еще и подожгли. Вот это новости сейчас были только что. На мне был поджог, ребята. В первый раз, кстати. Может быть, я, конечно, раньше и не замечал этого, но вот за счет поджога я чуть было... Ай-яй-яй. Тут и отравление, как ты видишь, да, делают они. Так, можем сюда зайти, где восклицательный знак. 15 монет, у меня нету столько. Священник, интересно, он вам что дает, ауру? Или отхилит? Дай сундук, пожалуйста. Ну давай вот так вот, 25 монет требует. Да откуда же я такие деньги-то тебе достану, а? Че, и получается, мы с тобой идем в портал? Нет, не в портал, пока еще не в портал. Но уничтожить, да? Давай, все, готовы. Итого 15 монет. 16. Все равно маловато. 16 монет этого мало. Давай, валим. Надо все-таки проверить, вот что вот это дает, а, друзья мои. Вот эта вот ускорялка. Пока мне не ясно, если честно. Ну вот, кроме того, что я бегаю быстро, и все, я больше никаких тут этих не вижу качеств положительных. Давай-ка мы с тобой, наверное, сходим и купим все-таки пробирку на здоровье, да? На подхил. Потому что, ну, 3 из 5, или здесь все-таки потратим? А, здесь не хочу, ребят. Здесь, как обычно, кидок какой-нибудь будет. Лучше вот здесь вот. Блин! А мне тут не хватает 5 монет. Тогда придется к статуе бежать. Что же ты делаешь, ассасин, а? И в итоге? В итоге-то что? Ребят, не знаю, что в итоге. Ничего, по ходу дела. А, во. Вот и что? Сам даже не понял, что сделали. Так, ладно, фиг с ним. Погнали с тобой в следующий портал. Сейчас наверняка дадут какой-нибудь бонус. И смотрим, это что у нас? Возьми в бой дополнительное оружие. Так, повышение шанса получить зелье из разбитых ящиков. Вот это, наверное, нам пригодится. Зелье из разбитых ящиков. Но для этого нам придется с тобой ящики все бомбить. Верно? Верно. Так, погнали. Хорошечно. И куда ты бегаешь-то, макака, а? С красной какой. Давай валим ее. Все, разобрались. Энергия, конечно, тратится быстро, но и в то же время, ребята, она и накапливается.
Потому что мы за убийство врагов получаем с тобой сферы. А из ящиков можем получить лечение, да, пробирку. Что у нас тут за сундук наверху? Блин, а почему у меня опять-то здоровья так мало? Вы издеваетесь, что ли? Я только начал играть, ребята, было 5-5-5-5. А сейчас опять же все уменьшилось. Тут я просто восполняю энергию. Так, а ты кто такой? Официант. А что ты можешь? Добавление ячейки для усиления. 31 монету он требует. Нету у меня 31 монеты. Вообще, я заметил, что-то тут с деньгами очень как-то слабо все. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо, меня отравили. Друзья мои, меня отравили. Да чтоб тебя, еще и шипы. Ты прикинь. Да ёпарсете. Я просто в отравленной луже отдуплился. Давай вот так вот. Надо было, наверное, бесплатно все-таки, да? Ай-яй-яй, ладно. Ну, ребят, я в первый раз играю за этого ассасина. Да чтоб тебя. Эй, как специально. Вот куда я иду, туда летит этот снаряд. Ты представляешь, а? Все специально, все против меня. Блин, еще и бочка была взрывная. Прикинь, меня взорвали. Так, ладно, броня копится, а мы с тобой идем. Ну, судя по всему, к боссу будет сейчас 1.5. Опасайся ловушек на полу. Окей, будем опасаться ловушек на полу. Здесь у нас что? Зелье здоровья мне дали. Окей, погнали. Здесь у нас с тобой будет босс. Надо будет так, стрела тут еще летит. Ах ты, это статуя стреляет. Ну что там шуршит? Еще эти обезьяны с какими-то петардами тут бегают. Куда нам идти? Сюда, наверное, сходим, да? Потом сходим, где сундук. Видишь, ему нужно 19 монет. А у меня всего лишь 11. Так, наверху сундук должен быть какой-то. С чем? Да ты будешь открывать его. Что там лежит? МП-5? МП-5. Слушай, а зачем ты... Слушай, а он... Евгения, он ниху... А, вот, взял. Ну-ка, если я ему вот так... Я не могу с ним поменяться, да? Плохо. Поехали. Так, эта фигня, по-моему, взрывается, да? Личинкой, насколько я помню. Или я ошибся? Я, наверное, ошибся. Так. Ну, куда ты стреляешь? Обезьяна с автоматом там бегает, прикинь? Это да. Жестко. Иди отсюда со своей петардой. Ну, вроде бы хорошо все получилось. Так, у нас здесь внизу что-то есть. Твою ж налево. Так, попробуем сейчас вот так вот. Хоба. Ой-ой-ой-ой, в отравление встал. А красные бочки — это взрывающиеся, я так понял. Слушай, а у него что, петарда самонаводящаяся, что ли? Просто он в меня стрельнул, и она... Эй-эй-эй, не надо. Может быть, как-то уворачиваться тут можно, когда ты бегаешь на ускорялке, а? Давай-давай статую эту вольнем. И обезьяну эту тоже бомбим. Ну, есть. Уничтожили. Так, это кто еще у нас тут? Шаман какой-то, а? Обезьяне появился. Все в меня, главное, все в меня попадает. Есть. Слушай, смотри-ка, древесинку нашли с тобой. Забираем. Сундук. Так, камера без ретуши. Что-то новенькое, такого раньше не было. И снайперская винтовка. Ну, насчет снайперской винтовки я не знаю, друзья мои. Она, во-первых, очень медленная. Во-вторых, я не знаю, сколько она отнимает энергии. Пока вот эта пушка меня вполне устраивает. Так, 107 монет. Откуда у меня столько, друзья мои? Поехали. Откуда у меня 107 монет, интересно? Ну... Все, готовы, да? Обезьяна, сдохни. Еще несколько. Так, одна с автоматом, другая просто там бегает. Все, что ли? Ну, тут довольно быстро. Так, 80 энергии получили, и там уже будет босс. Слушай, секунду, а давай-ка я схожу вот сюда. Я не помню просто, что в этой комнате. Статуя, по-моему, да, там стоит? По-моему, там стоит статуя, и мы можем с тобой взять...
Благословение какое-то. И что? Понял. Здесь мы с тобой можем устанавливать взрывчатку. Все это хорошо, но вот на боссе, мне кажется, это будет очень сильно мешать, отвлекать. А что, только раз, что ли, могу сделать? Зашибись. В тот раз я мог постоянно, ребята, юзать по откату. А сейчас ничего подобного. Нет, вот, стоишь, все нормально. Так, ну что? Золотая маска. Так, мы видели. С таким мы с тобой уже встречались. Уходим. Давай, 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 давай. Бом... Что это? Уходим. Еще орет там что-то. Смотри на него, а. Почему я не могу взорвать-то его, эй? По откату уже должны действовать. На! Куда ж ты встал-то там? Отравление было. Он с динамитом, что ли, бегает? Я не понял. Он с динамитом бегает, прикинь. Воу! Он еще и бомбит, стреляет с этим динамитом. Тихо-тихо-тихо, я не должен погибнуть. Да иди ты в пень, блин, ё-моё, блин. Да что за фигня происходит, друзья мои? Ну, ну как так надо было, блин, попасть, а? Офигеть, мужик, какой-то фотоаппарат мне дали, там чертеж непонятный. Так, слушай, он меня взбесил. Где мой... Вот он. Так, родной, сейчас мы с тобой прогуляемся. Прогуляемся очень даже далеко и хорошо. Значит так, белый свет нас лечит. Какой там черный наносит опупенный дамаг. Верно я сказал? По-моему, да. Сейчас я устрою им тут карнавальную ночку. Ну что, погнали. Нет, нам все-таки лучше, наверное. Да, хотя можно, пока можно и так, мне кажется, да, ребята? Единственное, что у меня нет никакого оружия пока в руках. Мне это не нравится. А что я не взял с собой оружие? Вот скажи-ка мне на милость. Пошел, называется. Без оружия. Так, 15 монет нужно. Нет у меня этих денег. Давай-ка мы с тобой здесь посмотрим. Белые наносят мало урона, но зато лечат меня. Обезьяна, вали. Отвали от меня, ты сказал. Так как... Блин. Придется вот так делать. Замечательно. Сколько монет? 22 монеты. Давай глянем, что у нас тут лежит. Что еще за термобур? Ого. Будем надеяться, что это классная штука. Так, и давай-ка, наверное, с тобой сходим сюда. Вот так вот. Ну. Вот даже как, да? И заодно посмотрим, как этот бур вообще будет работать. Очень тяжело, конечно, вот именно во врагов метиться этим буром. Но ничего не поделаешь. Так, выберите бонус. Вот это что такое? Эффект... Да, понятно. Устойчивость к заморозке. Так, это ясно. Повышение шанса... Нет, давай лучше вот это вот, заморозки. Потому что шанс вот этих вот бутылок получить, я уже насмотрелся. Никакого эффекта нет от этого. Значит, идем наверх. Хочу просто посмотреть, как... Но... Ну, как тебе сказать, ребят, ну... Ну, мне не нравится. Вот, вот хоть ты что, делай, ну, что-то не то. Бомбит фиговенько, и опять же, куда ни попадя. Абсолютно не туда, не туда, куда не надо. Так, здесь пробомбили. Давай возьмем с тобой сундук. Надеюсь, там что-нибудь классненькое будет. Пустынный орел. Ну, это получается у нас, ребят, с вами... Это что еще там наверху у нас? За бред Heart of Light. Так, ладно, сейчас не до этого. Давай бомбить. Все, что ли? Я даже не успел ничего здесь сделать. Так, там у нас будет портал, а я хочу сходить еще вот сюда вот. Вот в эту комнату заглянуть. Поехали. Бум-бам, все взрывается. Так, как эта штука работает? По-хорошему, ну? Нет. Не нравится мне этот бур. Что-то как-то не особо классно. Ну согласись, ну не особо классно. Лучше что-нибудь, наверное, другое взять.
Хотя из лучшего пока у нас ничего нету. Это тем более фиолетовая, не забывай. Фиолетовая пушка. Так, ну что, двигаемся с тобой уже в сторону телепорта. Окей, заходим. И опять нам ничего здесь не дают. Да и фиг с ними. Не особо мне чего-то там от вас не надо было. Ага, ага, ага. Заходим, ребята. С криками «Бонзай» мы всех их тут уничтожаем. Так, нормуль. Кто еще где? Слушай, довольно быстро разобрались мы тут. Внизу сундук. Давай, наверное, посмотрим, что там лежит. 22 монеты у нас с тобой есть. И что это такое у нас? Листок бумаги. Огненный орел. Огненный... А, листок бумаги. Все, я понял. Ничего мне здесь из этого не нужно. А деревянный крест, он просто хиляет, да? И хиляет именно меня. Опа. Так, будь добр мне, дай. Что там делает? Готово. Вот что это за усиление? Как посмотреть, на что оно влияет? Что оно дает? Упс, да ёпрсоте. Да я лопухнулся. Побежал туда, сломя голову. Все, что ли? Да, быстро тут их бомбанули. Так, зелье энергии. Взяли. Так, наверху у нас здесь есть еще одна комнатка. Давай проверим. Жарим, 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 жарим. Всех, всех на прожог берем. И все, что... Ой, вот это было глупо. И по яду побежал. Молодец, красавчик, Рэй. Продолжай в том же духе, и до босса ты, пожалуй, дойдешь. Через лет так 20. Все, здесь мы с тобой все сделали. Погнали тогда быстренько забежим в портал. Это у нас какой? 1-3? 1-3, то есть еще два уровня впереди. Так, выбери бонус. Увеличение числа комбо-ударов для оружия способно наносить, понятно. Пули могут рикошетиться. Во. Это же зарядка у нас происходит, термобур, или нет? Так, тихо, ты кто такой? Ты тоже здесь? Так, штурмовая винтовка. Ну-ка, дай гляну. Оу. Штурмовая винтовка. Ну что, посмотрим? Насколько она хороша. Мне нравится то, что у нее рикошетятся патроны. Вот это классно. Я бы сказал, пейнтбольника, но урон недостаточно силен. Так, вот она, наша теневая способность. Ты, обезьяна, сейчас допрыгнешься у меня. Идем сюда. Опа, еще и животное ездовое. Давай, давай мне. Поехали. Теперь я вообще ферзь. Может быть, ну ладно, фиксы, пускай будет это оружие у нас. Пистолет с пузырями. Секунду. Твою ж налево. Я не знаю, ребята, что лучше. Так, дамаг 3. Дамаг 3. А вот у пистолета с пузырями дамаг 1. Слушай, я думаю, наверное. Да выбрось ты этот. Да ё-моё, я хочу взять этот. Бур? А чё, ты не хочешь бур мне, что ли, брать? Я не могу понять. Вот. Вот так-то другое дело. Погнали. Куда нам идти с тобой? Надо вниз, получается. Получается вниз. Поехали. Только успевай тут уходить от вражеских патронов. Все, да? Разбомбили. Внизу уже портал. Тихо, не надо буянить. Все, нет. Вот теперь все. Как только сундук появляется, это говорит о том, что ты всех врагов победил. По энергии, слава богу, у нас все хватает. Портал. Дадут мне очередной бонус? Нет, сказали, Рэй, обойдешься без бонусов, пойдешь так. Ну что, 1-5, скоро босс будет. Скоро, друзья мои, будет боссяра.
Давай-давай, прожигаем, прожигаем. Жгем, никого не щадя. Обезьяна тут бежит. Все, двигаемся далее. Так, поехали. Ну, ого, это кто-то в меня так бомбит. Так, аура черная есть, которая наносит офигенный урон. А белый, ты сказал, лечит. Что там, штурмовая винтовка с рикошетом? А я что взял? Что за бредотня какая-то у нас там? Выпало мне в руки. Мне не надо, мне вот отдай лучше штурмовую винтовку. Так, рыцарь. Опа. Какая-то аура у нас с тобой, видимо, защитная. Это будет хорошо, если так. Но она недолговечна. Тихо. Никуда не двигаемся, просто вот так издалека с тобой стоим и жгем их. Вообще изи. Так, где-то у нас там турель, вот она. Все, ее подбили. Сундук. Так, давайте я сейчас туда забегу по-быренькому. Так, и здесь у нас тоже есть сундук. А там, кстати, уже и босс. Опа. Ледокол, зонт и зелье восстановления. То есть здесь мне ничего не нужно. Так, зайдем сюда. В плане доисторический колос. Я не хотел. Ребят, видит бог, я не хотел этого. Оу. Харе, харе, родной. Смотри, что творит, а? Да ладно, а что так, такой легкий? Фрагмент облика берсерка, Си. Так, батарея. И в сундуке что у нас там выпало? Брафист, это же, по-моему, супер кулаки, да? Да, я вспомнил. Ну, отлично. Первый босс вообще на ура у нас, ребята. Что это такое? Уменьшает скорость пуль врага, уменьшает радиус сбора монет. Так, это понятно. Появление ударных волн, если щит разрушен. Не, дай-ка вот это, наверное, лучше. Фух, ну что же, мы с тобой прошли первый уровень довольно неплохо. Так, возьми подарок. Чего там? Какой отбеливатель? Вот это вот? Да ну. Отбеливатель это фигня, а. Отдай мне, пожалуйста, биофист. Так, он у нас чисто бьет, да? Ну, так, тихо. Садись, поехали. Упс, упс, упс. Патрончики, все дела. Погнали. Так, к жабе к этой не подходим, потому что, ребята, она взрывается. Нафиг, как говорится, да, нам это. Дальше, наверху сундук, и внизу что-то интересное. Так, Groundwater. Мне это не надо. Сразу чувствую, что Groundwater мне здесь не понадобится. А вот тут, может быть, сейчас глянем. Даже вот так вот, отлично. Так, что у нас здесь с тобой? Опять сразу жаба, да? Готово. Офигеть, ребят, вы видели эти бочки, да, которые взрываются и наносят урон льдом? Молодцы, круто придумали. И главное, что вовремя. Так, собрали. Что нам дальше идти? Вниз? В портал, что ли, получается? Окей. Заходим. Никаких этих мне не дали плюшек, да? Иди... Нет, обманщик. Я с тобой не хочу общаться, ты потому что обманщик. Ты скидываешь... последнюю нашу ауру. О, тихо. Да ё-моё. Что надо было так попасть? Трындец. Я не хотел, чтобы кабанчик мой погибал. Мне он пригодится. Все, разобрались? Да, конечно, блин, разобрались, ага. Уходим. Есть контакт, мы его прожарили. Так, тут два варианта. Либо сюда. А
сюда мы в любом случае... Это переплавка, да? Печь пересоздания. Что-то мне неохота ничего пересоздавать. Давай-ка мы глянем, что у нас тут. Ага. Так, лазерная рыба. Кстати, вот лазерная рыба, ребята, это очень классно. Она у меня, по-моему, была как-то в свое время. Винтовка стража. Ну, вот смотри. Лазерная рыба, где я взял ее, да? Вот она вот так вот жарит. Единственное, что... Смотри, здесь у нас три, да? А у... Блин, слушай, так моя вот эта пушка будет покруче. Я еще коллектор этот поставлю в нее, который непонятно что делает на самом деле. Так, а это у нас винтовка стража. Да фиг с ней, погнали. Дай-ка я ауру сменю. О, врываемся. Что происходит? Блин, меня опять кто-то поджег. Ну где эти гаденыши? Вон они, ага, вижу. Все? Нет, не все. Не все, не все, не все. Хотелось мне посмотреть, как мы с тобой отхиливаем здоровье, но, видимо, не получится пока в ближайшее время. Кабанчик мы его уничтожили, вот что. Обидно. Какой классный был кабан, и вот его просто взяли и уничтожили. За это я буду мстить. Видишь, какая мстя моя. Что? И стоит, главное, замер там. На тебе. Так, вот это вот, вот это вот. Не надо, не надо этого делать. Промяли. Так, уходим. Так, ты будешь что-нибудь делать? Молодец, красавчик. Все, что ли? Ну да, разобрались мы здесь довольно быстро. Так, пойдем-ка с тобой в портал зайдем. Термобур. Ну слушай, ну прикольная штука, да, вот этот термобур. Вначале как-то не особо мне понравился, а потом вроде бы так стоишь, она жарит, она урон наносит неплохой. 2-3. Вот я не могу пройти второго босса, ребята. Босса второй именно локации. Что бы я тут не делал, что бы я тут не пыхтел, у меня не выходит. А хотелось бы. А там же еще есть босс третьей локации. Я вообще не представляю, что там будет зажигать, что он будет вытворять. Какую лютость. Ведьма, ты достала? Так, тихо, уходим, 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 уходим. Так, с этой стороны давай обойдем. Готовенько, пишут. Угу. Что у нас с тобой здесь? Это усилить текущее оружие? Ну давай. Что он такое дал мне там? Может отражать лазерную атаку. Это как? Подожди-ка, я не понял. Может отражать лазерную атаку. То есть если в меня бомбят лазерами, да, я могу все это дело отбивать. Слушай, а что дает вот этот вот? Ну-ка посмотрим. Плюс 2, да? Так, а этот? Хм. Плюс 2 к атаке он мне дает. Твою же налево. Я не знаю, что такое лазер. Ну, как бы я могу представить, но как это будет работать, без понятия, ребят. Потом многие будут говорить: вот, опять не взял полезно. Откуда я знаю, ребята, что здесь полезно и как это все работает? Может, вы там по 1000 раз уже все это попроходили, а я, извини меня, не 1000 раз. Я до сих пор, например, много чего не могу понять. Откуда, для чего, куда и что? Фу, повезло, господи, повезло. Так, вот он, кто гад. Я думаю, кто там по мне так бомбит жестко и яро. Вот, теперь я понял, кто. Ну, всыпем хорошенько. Вот они с копьем там бегают. Так, значит, наверху у нас... Ого. Многоразовое зелье здоровья, чертеж. Что? Что еще за фокусы тут такие, а? Интересно, а как там многоразовое зелье здоровья? Надо будет глянуть. Чертеж я взял. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Давай-давай, да куда ты жаришь-то?
Господи, наверх куда-то. Главное, противник внизу бегает, а она куда-то мне наверх занимается прожаркой. Уходим. Правильно, тут всякие жабы. Давай. Отлично. Так, ведьма там летала где-то. Все? По-моему, все. Монетки только с тобой собираем. Нет, привидение тут еще летало. Не одно причем. Ну? Че, еще до сих пор не все, что ли? Нет, все, ребят, сундук открыт. Погнали с тобой в портал. Сейчас, глядишь так, и до буса дойдем. Это будет у нас с тобой 2-4. Так, секунду, что у нас здесь? Так, увеличение количества пуль для дробовика нафиг нужно. Иммунитет к огню и взрывам. Увеличение, так, вот это вот, я думаю, наверное, нам нужно с тобой взять. То есть будем защищены от огня. Хотя, мне кажется, с моим везением никакая защита не поможет. Поехали. Ну, ага. Шикарненько, я тебе скажу. Здесь очень даже легко и быстро справились. Хочется какого-то питомца или... Оу, спасибо, родные мои. Давайте, присоединяйтесь ко мне. Погнали. Фига, у меня армия. Отлично. Блин, вот еще бы их прокачать, было бы вообще шикарно, согласись. Врубаем, ребят, щиты и жарим, что есть мощи. Вообще великолепно. Просто так, зелье, энергия пригодится. Так, куда нам дальше идти? Там у нас портал, здесь сундук. Я, конечно же, пойду за сундуком. Так, М4. Зеленый световой меч. Слушай, а вот это интересно, атака, она может отбивать пули или нет? Навряд ли. Тогда пойдем в портал с собой. Нам уже, как говорится, терять нечего. Скоро, тем более, будет босс, судя по всему. 2-5, да, именно на этом уровне будет и босс у нас. Хотелось бы, конечно, всеми вот этими ребятами дойти до туда. Воу-воу-воу, фига они жарят. Рыцари-то эти маленькие. Хорошо бомбят, к твоему сведению. Правда, вот это вот очень будет сильно отвлекать, знаешь, от чего? Босс же тоже стреляет всякой ерундой. И это очень будет сильно мешать мне. То есть я не буду видеть его патронов, куда он там, чего он там будет делать, где. И могу чисто случайно на них напороться. Все? Всех забомбили? Нет, зомби. Есть. Так, куда теперь? Давай, наверное, сюда сходим. Тут какой-то подарочек у нас. Официант. Так, чего там хочешь? Увеличение скорости стрельбы? Да. А вот это что такое рядышком лежит? Чего он там показывает, я не могу понять. Ну как? Нормуль, наверное. Только вот, правда, стрельбы, а у нас просто луч с тобой. Это как-то... Блин. Переключаемся. Поехали. Тут еще и шипы. Да? Ненавижу, когда вот так вот, ребята... Оу-оу-оу-оу. Серьезно, что ли? Справились. Шикарно. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, вниз прогуляемся. Нет, лучше наверх, там сундук. А после него пойдем уже вниз. Что там в сундуке? Ух ты, серп какой-то. Ракетка для бомбинтона. Зелье восстановления. Слушай, ну мне здесь ничего не нужно, да и денег у меня как бы нету. Так что давай сюда валить. У меня что, один рыцарь всего остался? Ты серьезно? С одним рыцарем буду сейчас? Блин, это плохо. Да что же вы делаете, а? Зелебобы. Давай, этих франкенштейнов. Да... Ты посмотри, что... Зашибись, ребята. Бесплатно? Нет, давай потратим, наверное. Это типа мини-босса, что ли, был, да? Ну, конечно, встрял я там по-крупному. Ничего не скажешь. Надо было не стоять на месте и бегать. Но меня там зажали. Давай скажем правду. Меня там зажали вот как вот здесь сейчас. Да вы что, оборзели, что ли?
Аура, где аура белая, которая лечит? Да какой биофит, блин, давай этот, луч мне. О, жесть. Баллиста? Так, что за баллиста? Ты серьезно? Не надо мне такой баллисты. Он пока взведет ее там это. Тысячу лет пройдет, друзья мои. У нас босс. Как его сейчас бомбить, я ума не приложу. И кто, во-вторых, здесь будет? Король привидений. Где он, гаденыш? Уходим. А че я так медленно? Да. А че я так двигаюсь-то еле-еле? А, он меня притягивает к себе. Уходим, 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 уходим. Где он там? Ей-ей-ей-ей-ей. Ну, да блин, чуть-чуть осталось. В плане. Да. Да, ребята, это был финиш. Трындец, совсем чуть-чуть, а? Совсем чуть-чуть мне не хотел. Ты видел, сколько было? Почему мы не смогли отхилиться, а? Не знаю, ребята, не могли и все. Но, тем не менее, я сегодня нормально так поиграл. И все-таки вот эта вот пушка, термобур, мне понравилась. Ну что же, давай тогда на этом будем закругляться. А в следующей серии посмотрим. Кстати, что это за чертежи мы с тобой нашли? И как их реализовать? Пиши, пожалуйста, мне в комментариях. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.